почему в тот момент моя жизнь изменилась. При встрече. Началось это... На глубину 200 метров солнечные лучи не достают. Там живут существа, которые сами испускают свет. Благодаря способностям организма. Ты мой единственный источник света. Однако и врагам легко находить их. На дне моря ничего нельзя получить, не рискнув жизнью. Чтобы стать для другого близким человеком, нужно уметь слушать его скучные истории. Мы были симпатичной парой. Так было 3 дня. Глупости. Правда. Я по тебе. Парня, которого ты избил в баре, был моим братом. Он хотел забрать меня домой. Бывают моменты, когда тебя настигают на крутом повороте. Такой день бывает у каждого. Мы называем его крик. В этот день человек выбирается из кокона. Это день преображения, день судьбы. Он определен с рождения. Если переживешь, жизнь будет прекрасной. Ты как бабочка сможешь порхать, вся жизнь будет поганой. Мы родились в один день, поэтому я выбрала тебя. И я хочу пережить мой день. Говори, где бабки? О! Подруг. Пуля со... Стреляй! Тогда у тебя будет куча проблем, так? Тебя. У босса не будет вопросов. Свалим на молодежь. Вы что же это мне? Деньги я отдала ему. Я тут ни при чем. Привет! Если ты хочешь, я не уделял тебе внимания. Ты... Хочешь на самом деле? Шейла. Думаешь, это игра? А? Известно ли тебе главное отличие мужчин от женщин? Не в их половых органах. Ей все равно будет мало. Все равно будет мало. Да. Это? Какие дела? Пуля вошла прямо в пенис. Вам срочно нужна операция. Я помочь не смогу. Чтобы завтра деньги были. Будет сделано. Чего расселся? У меня теперь так и будет? Чтобы все исправить, нужно поставить трансплантант. Это сделают в больнице. Искусственный член? Раз его оторвало, шейте его по кусочкам. Придурки. Живо найти мой член!
Ищите член. Мы остановили кровотечение и зашили рану. Шейла, тебе больше нравятся молодые, да? В конце концов, юность всегда побеждает. У вас с сексом все пучком? И у тебя, сучка? Босс, босс! Сучка! Босс! Босс, успокойтесь. Доставить его живым? Так точно. Я заберу его член. Любимую игрушку Шейлы. Ампутирую ему член и пересажу себе. Усыновлю его. Да. Хорошая идея, а? Настоящие пенисы пересаживали всего два раза. В Индии и в Италии. Вот и все. Двух успешных попыток достаточно. Ладно, попробуем. Но операцию нужно провести максимум через 7 часов. 7 часов? 7? Как скоро? Ну, 8. 8? Мне нужно навести справки о трансплантации пенисов. Прошу прощения. Ну, пошли. День. Добро пожаловать. Добрый день. Добро пожаловать. Готовы сделать заказ? Иди сюда. Что вы делаете? Смотри, смотри. Мы из полиции. И готовы сделать заказ? Так. Комплект с пиццей. Утренний комплект. Холодный кофе с молоком. Хорошо. А вам? То же самое. Да, то же самое. Кофе принести после еды. Я полицейский. Да. Кофе принести после еды. До еды. До еды. Хорошо, я поняла. Один счет на двоих. Один. Я заплачу. Да. Так, сдачи не надо. Хорошие чаевые. Да, да. Потом принеси чек. Хорошо, принесу. Подождите. Погоди, погоди. Его будет не надо. Он устал. С ним все в порядке. Но мы же из полиции. Да. Тут хорошо. Ну. Ты ничего не боишься. Прямо как ребенок. Я боюсь. Но я с тобой. Вот и не боюсь. Ты редко так говоришь. Я боюсь тебе верить. Прости. Ничего не складывается. Только подумаю, что все хорошо, как снова что-то случается. Такова жизнь. Но с тобой мне плевать. Хорошо все или плохо. Мне на все плевать. Конечно, нет. Я много чего хочу. После тебя я хочу розовый кадиллак с откидным верхом. Мы уедем вместе. Фантастическое путешествие. Твои желания сбудутся. Повезло, что я тебя нашел. Я хочу, чтобы у меня был свой свет, как у рыб на дне моря. Да. Трудно получить то, ради чего нужно рисковать жизнью. Снимать будете? Плюнь. Чего они там стоят? Парочка!
Что им нужно? Амитян? Тё, ну зачем? Девка с фотографии. Да это другая, совсем бледная. Почти похожа. Почти? Да. Она совсем не похожа. Не надо было рисунки смотреть. Сказали, парень и девушка. Это обычная парочка. Тебе велели убить их? Разве нет? Велели? Нам просто дали фотку. Надо их убить. Мы же киллеры. Да, убить. Это работа. Простите, простите. Посмотрите, что вы наделали. Заткнись. Отлично. Что, прекрати. Смотри, кто это? Что? Вон там. Видишь парочку? Поможем им? Я не хочу. Ты боишься? Да нет, просто не хочется. Ты же мой самурай. Ладно, пойду. Быстрее. Ладно, я пошел. Эй, вы! Прекратите! Хватит! Эй! Что вы делаете? А? Эй! Почему они так лежат? Один мужчина, одна женщина. Парочка! Ну что ты мочишь всех подряд? Парочка! Парень вообще иностранец. Правда? Вот, посмотри, она творила. У тебя большие проблемы? Ты ведь не крала деньги? Нет, украла. Что? Правда? Ерунда, ничего серьезного. Сестра, я не шучу. Тебя ищут очень опасные люди. Почему? Почему ты не поможешь своей сестренке? Что ты, я не могу. Босс вообще с ума сходит. Чем больше болтаешь, тем меньше можешь. Ну, ты приедешь? Сейчас? Сейчас никак не могу. Еще раз скажешь, не могу, и тебе крышка. Ладно. Ты что, заодно с ними? Да нет, я с тобой. Ну так... Но за нами гонится якудза. Обойдемся без копов. Ничего не будет. Раз я с тобой, ничего не случится. Ты меня перехваливаешь. Слушай, ты не голоден? Нет, просто голова болит. На пустой желудок работа не клеится. Какая у нас работа? Я хочу есть, Сай. Прекрати, я за рулем. Я есть хочу. Осторожно. Ладно, я понял. Ты победила. Нет! Стой, говорю! Убью! Стой! Подожди! Хисая, пока я хожу в море за тунцом, ты спишь с другими, шлюха! Что ты несешь? У самого любовницы в каждом поселке! Мужику всегда нужна тихая гавань. Так уж мы устроены! Но ты-то... Моя родная гавань. Какая еще гавань? Это значит, что ты мне дороже всех на свете. Ты мне зубы не заговаривай. Молчи, корова тупая. Лучше я поговорю с твоим телом. Мой линкор готов войти в порт. Швартовке отказано. Лучше умру, чем приму твою кривую нелепость. Нелепость? Я тебя прикончу. Да? Ну и прикончи. Убью. Ну и чего ждешь? Второй нож у меня в штанах. Один или два, плевать. Я считаю... Три. Пять. Два.
Заткнись и убей меня! Хисая, ты что? Хисая, что это? Хисая, Хисая! Что? Вы кто такие? Вы убили мою жену. И что ты удивляешься? Ты сам этого хотел? Хотел? Ты хотел убить эту женщину, так? А мы и есть убийцы. Убийцы. Пусик, теперь плати. Сволочи. Хисая. Гады! Какой злой! Значит, он не заплатит. Ладно, давай. Да. Умри. За что? Это такая игра? Я умираю. Хисая. Извините. Я из полиции. Да-да. Скажите, вы этого человека не видели? Его трудно узнать. А ее? Тоже трудно сказать. Ну-ка. А вы похожи? Я? Простите, я с Филиппин. Меня зовут Мариан. Я только что приплыла на лодке. Я совсем мало знаю японский. Простите. Вот как? А вы такой симпатичный. Вы что, модель? Иностранка, да? Мне нужно идти. Простите, пока. Эй, не лапай меня! Что с этими японцами? Все руки распускают. Ненавижу эту страну. Не трогай меня! Вот девка. С ума сойти. Мы пойдем. Пока. Идите осторожнее. Счастливо! Побежали! Пока заревновал. Как мило. Слушай, то... Подвиньтесь. Тебе идет. Спасибо. Саи, она тебе это делает? Ну, то самое. То, что тебе нравится. Ах, это... Ну, она... То самое? Что то самое? И ты считаешь себя его девушкой? Гадость какая-нибудь. Наверняка гадость. Думаешь, гадость? Ты не знаешь, что такое гадость. То есть... Ты даже не можешь себе представить глубину
наших отношений. Хватит. А мне плевать. Было и прошло. Ваши отношения еще не начинались. Между вами нет любви. Какая еще любовь? У нас с ним общая судьба, и все. Знаешь, что больше всего нравится Сай? Он говорил. Мой. Хватит. Как скажешь. Я тебе помогу. Проведи ночь со мной. Хватит. Не надо при мне флиртовать. Ты не поняла. Я обращалась к тебе. Ко мне? Я бисексуалка. И ты в моем вкусе. Стой. Нет, подожди. Но я-то не такая. Ну, давай. Хочу побольше. Вот такое. Давай, давай. Горячо. Давай. Сейчас кончу. Я король скорости. Сейчас, сейчас. Детка! Он такой маленький. Там была парочка? Да. И одета одинаково. Откуда эта винтовка? Это? Она мне не нравится. Не нравится? Поехали дальше. Кто-то звонит. А это? В зоопарке. А это? На источниках. А это? В планетарии. Ну что, доктор? Что вы можете сказать? Я могу исцелить телесные травмы. Я изгоню заразу. Если надо, даже член вам приклею. Но только, Курагане, разбитое сердце я склеить не смогу. Это мне недоступно. Что-то вы, доктор, стали бредить. Не волнуйтесь. Я в состоянии позаботиться о себе. Доктор. Все-таки любовь победит. Честно? Нет. Ты не лучше меня. Встречалась с этим стариком. Мне неинтересно. Как скажешь. Она такая же, как ты, себе на уме. У тебя тут ранка. Кто-то врезал. Ничего страшного. Прости, это из-за меня. Спасибо. Ты что? Это не из-за тебя. Хочешь заняться сексом? Сейчас? Не хочешь? Хочу. Все равно мы не можем уйти. Хочешь, можем ее мне позвать. И ты это сделаешь? Хочу узнать, что такое то самое. То самое. Это... Так. Возвращайся. Остановись. Значит, ты не помер. Везучий. Дурак. Надо было сматываться. Зачем ты при... Попрощайтесь перед смертью.
если покажешь, что ты мужчина, ты будешь для меня героем. Брось меня. Дурак. В тот же день, что и ты. Пятого. Шеф. К трансплантации все готово. Осталось всего 3 минуты. Мила будет счастлив. Слушай, я кое-что до оргазма доходил. Хэппи-энд для хорошего. Забегалась по магазинам и опоздала. Ты что, не рад меня? Я пришла побыть с тобой.